Когда тебя принимает ФБР, ты попадаешь на передовую войны, порядка и хаоса. Ты и сам знаешь, как просто потерять берега. Установи их личности и сообщи мне. Ты на таких уже катался? Было дело. Нет, вот конкретно на таких. Приветствую, брат. Меня зовут Бодхи. Три преступления, три континента. Думаю, они связаны. Они готовят что-то под названием «Восьмерка Озаки». Серия из восьми испытаний во славу сил природы. Это у них типа философия? Именно. Зачем ты здесь, Юта? Судьбу испытываю. Грани достигнет тот, кто стремится выйти за ее пределы. Пойдем с нами. Ты внедрен уже две недели. Они используют украденные деньги, чтобы следовать учениям Озаки. Мы должны отдавать больше, чем берем. Там наверху несколько миллиардов. Хотите украсть их? Нет. Вернуть их. Ты слишком долго работаешь под прикрытием. То, что произошло, преступление. Люди видят то, что хотят видеть. Они считают себя рыцарями с благими намерениями. На чьей ты стороне? Я должен взять Бодхи до последнего испытания, иначе потом он исчезнет. Бодхи, стой! Мы все умрем. Вопрос только как.